Так, здравствуйте всем. Это небольшое коротенькое видео будет. Посвящено оно группам WCA 2015 года. Собственно, небольшой такой прогноз от Хавка. С точки зрения самого игрока, который будет там присутствовать. И учитывая, что я уже не, сколько больше недели, полторы недели играю на китайском сервере новом. И вполне мог оценить форму игроков, которые будут, соответственно, на мероприятии. Вот. Полностью не принц, не какой-то там, не знаю, обзор именно по текущей форме игроков будет. Вот. Скажу, у кого какие шансы, лично с моей точки зрения. Вот. Не импонирую никому, в принципе. Даже себе самому, сам попробую оценить свои шансы. Итак, давайте. Все-таки это видос будет коротенький, так что надо уложиться в минут 10. По 2 минутки где-нибудь на каждую группу. Итак, группа А. Соответственно, это для меня это группа смерти. То есть, с моей стороны, как я ее вижу. Хотя не совсем, потому что Sonic здесь является, наверное, таким не фаворитом. Вот, попали здесь, можно сказать, топовые хуманы все. Инфи, Юмика, Sonic, Репрессал. Вот. Что я могу сказать по поводу Инфи? Это человек, который в прошлом году выиграл два крупных турнира. Вот. Он уже не раз доказывал, что он один из сильнейших игроков мира за всю историю Варкрафта. Вот. Поэтому в этой группе я его ставлю явным фаворитом. И опять же основываясь на чем? Не только на его достижениях и текущей форме, а в том, что у него великолепный хум мирор. То есть он его играет очень четко. Очень все круто контролит, я это убедился. Опять же, на этом сервере, на текущей форме. Просто великолепно играет. Но есть одно но. Репрессал играет немножко по-другому. В прошлом году они играли в финале ВЭЦ. И там Инфи размотал, конечно, Репрессала, репрайжила. Легко, но репрайжил в этом году. Точнее, как в этом году. После уже, соответственно, турниров начал немножко изобретать другие стратегии. В частности, это добавление Blood Mage вторым героем против Хумна. И не с Flame Strike, а как раз с Банишем. И очень агрессивная стратегия. Поэтому у Репрессала есть шансы против Инфи. Вот. Я даже не знаю, как там будет игра. И как конкретно Инфи подстроится под Blood Mage, если он такой будет. Вот. Но все же Инфи я ставлю фаворитом в этой группе. То есть, мне кажется, он займет первое место. Ну, не то, что не напрягаясь, но уверенно займет первое место. Про игру с репрессалами я сказал, что там будет, наверное, неожиданно с Юмика. Ну, Юмика, он... Как вам сказать? Я его, на самом деле, давно уже не видел, не играл с ним. Он на китайском сервере против меня выходит из игры. Не знаю, почему он не хотел со мной играть, возможно, думает, что если он выйдет из группы, то он на меня попадет, если я тоже выйду. Но это об этом попозже. Вот. И не могу оценить форму Юмика именно в Хум-Мироре сейчас, потому что реально не видел, как он играет. Вот. Но если брать прошлые года, то Хум-Мирор у него слабее, чем у меня, чем у Инфи, чем там у Репрессала, наверное, и у Тяша. Ну, в общем... Мне кажется, здесь Юмика будет очень тяжело выйти со второго места или с первого, ну, как получится. Но все же я ставлю на Репрессала, то, что Репрессал второе место займет. Опять же, есть одно но. Репрессал я тоже не вижу. Возможно, он играет по каким-то аккаунтам, которые еще не спалили, но то, что он показывал в этом году, как он играл вообще просто отборы WCA, тоже показывает, что у него довольно хорошая форма. Но я не знаю, как он ее поддерживает. То есть, опять же, неизвестно. Вот. Вот конкретно по этим двум игрокам я не знаю. Насчет Соника. Соник здесь темная лошадка. Он может затащить свою группу. Блин, я думал 2 минуты потрачу, уже 4 говорю. Ну вот. Соник может затащить каждого из этих хуманов. Он уже тащил. Инфи он, по-моему, выигрывал. Ну, по крайней мере, где-то он его выигрывал, я точно помню. Вот. Все-таки он любитель играть с всякими там демон-хантерами, с ТП-залетами. Вот. Так что Соника, он, конечно, не фаворит в этой группе, но
Шансы есть. По крайней мере, у кого-то там отжать БО3 он может. И кому-то поднасолить, так скажем. Вот. Но все же мой прогноз. Инфи первое место уверенно. Возможно, даже все катки 2-0-2-0 будут у него 2-0-2-0-2-0. Вот. Возможно, где-то с репрессалом 2-1 он сыграет. Ну, это чисто мой прогноз. И все-таки на второе место я ставлю репрессала. Не потому, что мы с ним скорешились, а потому что в прошлом году он два раза Юмика обыграл на ВЭЦ. И мне кажется, Хум Мирор у него стал только сильнее. Я сам убедился с ним, когда недавно вот играл на тех же Брейн Капах и где-то я еще с ним играл. Вот. Поэтому ставлю второе место на репрайжила. Ну, как-то так. Все, с группой, наверное, А закончили. Группа B, соответственно, это моя группа. Ну, сразу скажу, она мне не понравилась, потому что мне не попались ни эльфы, с которыми я и так весь год играю на европейской сцене. Мне не попались хуманы. Мне попались два орка и андед. Причем попался Флай, это самый топовый орк в Китае. Ну и в мире тоже один из самых топовых за все время. Вот. И самое печальное, что он играет против хуманов очень хорошо, потому что он постоянно играет с Тиашем, Инфи. И вот за последние дни, которые я наблюдал за его игрой, он против Тиаша на самом деле очень легко сливает. То есть вот практически все игры, которые я видел, он Тиашу проигрывал. И причем Тиаш играет через бесмастера, а я уже забиваю, больше не играю через бесмастера, потому что мне кажется этим как-то прохладно. Потому что ты чуть-чуть нахарасил, потом бежишь застраивать. Если не застроил, то бесмастер настолько бесполезный становится, что как-то очень тяжело тащить. Вот. Ладно, давайте оценим шансы именно по текущей форме игроков. Конкретно мои шансы. Давайте начнем с ZDR. ZDR, я с ним попался, по-моему, только один или два раза. И кажется, один раз. И один раз я именно это проиграл, кажется. Я уж, блин, точно не помню, потому что столько каток. Что сказать, ZDR не самый сильный орк, но он прошел отборы. А, опять же скажу, что на этом чемпионате нету игроков, которые недостойны там играть. Даже, может, кто-то скажет, Хла там недостоин, но он прошел, он достоин здесь играть. Вот. И Зидьера нельзя недооценивать, он все же не такой жесткий, как Флай, но надо с ним не допускать ошибок. Так сказать, будем играть с ним жесткий стандарт без ошибок, то есть не какие-то аркады делать там. Вот. В принципе, что касается него, я думаю, нужно уверенно выигрывать. Если просто, соответственно, я его не выиграю, то куда мне дальше идти? Вот. То есть, в принципе, если судить, опять же, по китайскому лейдеру, учитывая его статистику, учитывая, как он играет, то он здесь, наверное, один из аутсайдеров. Но, опять же, не списываем со счетов, потому что все примерно сейчас нормально играют. Вот. Что касается 120, посмотрел я его игры, поиграл сам с ним. И он мне, знаете, напоминает нашего Чечи. Или Чехи. Ну, короче, Чехи. Он мне напоминает его, потому что он играет один выверенный стандарт. То есть я буквально там одну или две катки видел, где он там в гулей сыграл. И то, я не знаю, зачем он это сделал, и он, естественно, эти игры проиграл. То есть у него вот как Чехи играет, например, у него чисто вот этот ДК, там, не рубка, финт, потом второй финт, потом третий, харас, вот этот весь идет, харас, лич выходит. Там с катапультом или без дистрами, там уже зависит по ситуации, но в основном с катапультами. Вот. У меня есть мысль такая, то, что он не готов к нестандарту. Может быть, против него рифлами как-то сыграть, но я что-то, блин, не уверен. Потому что все-таки рифлы, ну, вы сами понимаете, что микро у 120 очень хороший, он молодой, успевает все кликать. То есть не факт, что его рифлами можно удивить, ну и все-таки это не такая стратегия для удивления, это просто рифлы. Там увидит Т2, нажал, значит все, как бы играя опять же стандарт андеду. Крипсы там, дарбы и все такое, да, бумов. Вот. Ну что сказать, если вот адекватно шансы свои оценивать 120 и мой матчап с андедами, скорее всего, я ему, конечно, проиграю. Но опять же, это на лане будет, это будет не такая лейдерная катка или обычная какая-то, это все-таки напряженная игра. Вот. Так что шансы у меня выиграть его, естественно, есть, но все же, если вот адекватно, то я думаю, где-нибудь 0-2 или 1-2 ему солью. Потому что уж
как-то все с андедами не ладится, и у него прям так вся эта страта задрочена. Ну, наверное, надо играть будет либо через МК, либо через рифлов. Потому что с Архмагом, я посмотрел, он идеально все делает. Даже вот ты настоишь Таурок, он идет на них ломится, то есть с катапультом пробивает. Ты бежишь его с футами харасить, а у него там уже две спирит таурки стоят. Даже несмотря на то, что у тебя дефенс у футменов, там еще две нерубки вместе с... Ну, мейн стреляет и нерубка, и ты не можешь даже прохарасить. То есть ты там прибегаешь, максимум одного калита убьешь, потеряешь половину футов на этом. Потому что там еще гули же отбивается, там еще бывает он лича с персоналкой вернет назад и новый отбивается. А в этот момент у тебя, блин, катапульты экс простреливают. Вот. Поэтому крайне тяжело с архмагами именно играть. Вот. Ну, примерно так. И что касается флая. Опять же, попался я с ним тут пару раз. Сыграл. В принципе, ничего не изменилось с ним. Он играет так же, как и раньше. Сколько я там с ним играл, тоже бывало. И на зотоках играл где-то, и на ВЦГ, по-моему. Вот. В принципе, Флай тоже такой проходимый игрок, ну, потому что он орк. И вот я посмотрел, как он с Тиашем играет, и он очень неуверенно против Тиаша играет, он проигрывает. Просто его приходит Тиаш с бестом, постоянно пушит и приходит застраивает. И как-то у него не получается отбиваться по последним каткам, которые я видел. Вот. Ну, так сказать, если опять же адекватно Флай оценивать, то, скорее всего, он меня, конечно, зарубит. Но я думаю, у меня больше шансов флая убить, чем 120. Вот. То есть, если я Зидера прохожу и флая, то, в принципе, я выхожу со второго места. Хотя там неизвестно, конечно, как другие сыграют. Вот. Но я, на самом деле, лично на себя рассчитываю то, что мне нужно убить Зидера и флая. 120 уже как получится. Вот. Так что я буду больше морально готовиться к аркам, нежели к андеду. Вот. Там еще как расписание будет, с кем я буду с первым играть. Лучше бы, конечно, наверное, со 120 последним играть. И чтобы как бы это... Или... Ну, даже не знаю. Вот. Ну ладно, я про свои шансы сказал. Насчет Fly 120 ZDR, как они между собой сыграют. Ну тут, знаете, тяжело опять же оценивать. Ну мне кажется, ZDR все-таки он тут, наверное, 120 сольет. Fly, наверное, тоже, хотя там орковский мирор. Сложно судить. Вот. Насчет флая, я сегодня смотрел, как он играл с Тедом. Он сливал Теду. По-моему, он одну катку или две ему слил. И мне кажется, у флая что-то тоже с андедами так не очень. Вот. Вообще, блин, вот делать прогнозы реально сложно. Особенно, когда сейчас такое бурное проявление Варкрафта, что все просто играют. Реально все очень много играют. Вот просто ты встаешь с утра. В Китае уже там, не знаю, 7 утра, и там уже Инфи сидит, уже там Мун сидит, играет, там кого только нету. Вот, вечером тоже так, и они, по сути, просто сидят и весь день играют. Вот. Нам, к сожалению, так не получается, потому что в период с 4 часов дня где-то до 9 вечера лагает. Вот. Ну, ладно, давайте уже скажем, кто тут выйдет. Если объективно, то 120, наверное, с первого места, Флай со второго. То есть, я не выйду. Ну, это если объективно оценивать. Если нормально соберу, сыграю, могу со второго места выйти. С первого я вряд ли выйду. Только если уж прям, знаете, так прям попрет. Вот. Ну, как бы, я буду стараться. Группа С. Блин, здесь вообще просто эльф, мирор, масс. Мне кажется, в этой группе может вообще все что угодно случиться. Опять же, давайте по каткам. Мун просто сейчас выносит очень жестко в лейдере всех. Ну, не всех, его андеды прессуют. Насчет Лавлета, он тоже очень много играет. И, в принципе, мирор у него хороший. Вот, кстати, с Ксикси я что-то даже не знаю, какой у него аккаунт. Там кто-то мне говорил, какой-то у него аккаунт в топе, но я, по-моему, с ним даже не играл. Вот. Ну, знаете, я не буду здесь много говорить, потому что это эльфы, они, я не люблю эльфов. Они там бичуют в одной группе. В общем, объективно, если по каткам судить, то Мун и Лавлет. Потому что Рич на Китае не играет. Рич играет на европейский. Плюс у Рича мало опыта. Кстати, я про опыт ланов забыл сказать. То, что у 120 опыта ланов только в прошлом году был. И, кстати, в прошлом году Никер боялся ему проиграть, но его убил. Возможно, кстати, из-за того, что у 120 не было опыта лана, и он перегорел просто. Не знаю, как в этом году у него будет. В общем,
Если чисто по каткам, группа С это Мун с первого, Лавлит со второго. Ксикси с Ричом там как-то. Ну хотя тут Ксикси, наверное, еще поборется. Блин, ну, когда вот такие матчапы, Эльф Мирор, все что угодно может случиться. Тут я не могу объективно оценить, только если по каткам. Вот в группе А, учитывая, что я его разбираю с Хуманском Мироре, я могу сказать, кто как там сыграет. Вот, так что группу С так особо не трогаю. И группа Д последненькая. Здесь есть, конечно, два явных туриста. Ну, не прямо так, ну, это я с Хлой, конечно. Если объективно, Тяж выходит с первого места просто не заговорочно. Потому что, опять же, я следил за его игрой, которую он демонстрирует в китайском лейдере. И вот все лузы, которые у него есть, это практически все лузы от 120. Ну и там еще Лавлета он проигрывает, где он там пытается застроить с тремя башенками. Вот. Объективно здесь, мне кажется, Тяж просто разнесет всех. То есть он Явса 2-0, Фокуса 2-0 и Хла 2-0 убьет. Мне, именно вот по форме Тяша, как он сейчас играет, просто тоже очень четко все делает. Вот. И вот кто будет за второе место бороться, это, естественно, Фокус, Явс и Хла. Тут, знаете, как судить? Явс с Фокусом на Гера капах и на Голден капах и на каких-то других капах, когда играл, Явс убивал всегда Фокус. Но опять же, это может быть какой-то пинг, может там Фокус что-то как-то, не знаю, не выспался. Ну, всякие бывают, вы сами понимаете, когда играется в интернете. Вот. Насчет Фокуса, опять же, по каткам Фокус сыграл уже больше 400 игр вроде он сыграл и находится в топе китайского лейдера. Насчет того, как он опять же играет, я не видел. Я с ним ни разу не попадался, кстати. Хотя Фоги с ним частенько попадается. А вот. И, ну что можно сказать. Ну, если по каткам опять же судить, Фокус, наверное, со второго выйдет. Но Явс тоже китайский лейдер играет. Он находится где-то там в топе 50. Стата у него, конечно, не очень. Но я думаю, у Явса есть хорошие шансы взять второе место. Если соберется морально, сыграет четко в свой стандарт против Фокуса. То есть не с застройкой, а просто Архмаг, МК, небольшой харас, прокрипить героев, выйти просто в свой лимит и с Близзардом там расконтролить. Фокус, кстати, очень слабо против этого играет. Я же с ним тоже сколько на Гера капах играл. И единственное, как у него удавалось законтрить это, это просто тыкнуть в Архмага. То есть очень жестко тыкнуть в Архмага, успеть там его забить. Вот. Тут, ну и я Явс еще посоветую перед играми, чтобы он против Фокуса всегда держал инвул на Архмаге и на МК. Ну, если так получится. Ну, как минимум на Архмаге, чтобы коня не затыкали. Потому что если конь падает, то армия Хумана разваливается. Вот. Потому что Фокус от безысходности, он всегда начинает херакилить. Вот. Ну, в общем, я верю в Явса. Ну, по каткам, наверное, Тяж и Фокус выйдут. Насчет Хла, ничего не могу сказать. Хла мне тут как написал, когда была, показаны были группы, типа говорит, давай трениться. Типа, у тебя там Хума, у тебя Undead есть, у меня два Хумана. И в итоге мне Хла так и не написал. Так что, ничего не могу про Хла сказать. Я скажу так, он темная лошадка. Он может, если опять же его пропрет, он может выиграть любого в этой группе. Но это пропрет, если. То есть, вот как ему на ВЦА он проперл, он Соника выиграл 2-0, потом выиграл 2-1 Явса, и потом на лан приехал, не играя вообще практически, да, там, напряг Рича, по-моему, Рудана выиграл, с Явсом там тоже 1-2 сыграл. Но это понятное дело, что это европейские игроки, то есть, не тот уровень немножечко, вот, но все равно, как бы, это заслуживает уважения, то, что человек именно на опыте тащит. То есть не на задротстве, а чисто спокойно играет в какую-нибудь там тему. Вот. Ну и в принципе все. Ну давайте подведем итоги. Первая группа Infi Repressal. Вторая, как бы мне не хотелось этого говорить, но скорее всего 120 Fly. То есть 121 Fly со второго. Группа C... Мун Лавлет. И группа D, ну, скорее всего, Тяж Фокус. Ну, наверное, это самый обычный. Но это, опять же, знаете, многие так пишут, потому что считают китайцев, корейцев сильнее европейцев. Хотя уровень игры примерно, ну, конечно, не такой же, но, в общем, европейцы уже не раз доказывали, что могут китайцев и корейцев убивать. В истории примеров много. Вот. Если помнить всяких Крео, Граби, Тодов и так далее. И на нынешний
на нынешнюю сцену можно тоже посмотреть, когда мы на ВЭЦ поехали и все похоронили меня там, кэш и никер, что мы там сразу отлетим от китайцев. Но я выиграл тиаша, кэш 1-2 проиграл флаю, никер проиграл 1-2 инфи. То есть там были катки очень близкие. Вот. И потом я финал прошел, так что мне кажется, все равно, если у нас прет игра, мы тащим. Так что не надо нас сбрасывать. Вот. Ну, это, в принципе, такой самый банальный прогноз. Я просто хотел вот сказать, что я думаю именно по каткам после китайского лейдера. Вот. Но еще будет время на лане поговорить с ними поближе. Уже без пинга и все-то всего такого. И посмотрим, чей Архмаг сильней, чей Блейдмастер критовия, чья Варден имбовия. И чей ДК лучше Кайлы кидает. Вот. В общем, всем спасибо, что прослушали такой прогноз. Надеюсь, он не сбудется. Надеюсь, будет совсем все по-другому. И выйдет Соник из группы, выйдет Хавка из группы, выйдет Ричи из группы, выйдет Явс с Хлой, и мы, европейцы, поделим бабло, а потом будем шпилить китайских тянок. Все. Всем спасибо.